Всем привет! Всем доброго утра, доброго дня или доброго вечера. А у нас утро. Буду готовить себе кофе утренний. Кофе варится, я буду делать утреннюю разминку. Утренняя разминка у меня всегда разная, но каждое утро. Такое упражнение делаю около 5 минут. Очень хорошо разогревает тело, расширяет сознание. Классно! Тим тоже пришел завтракать. Видите, на улице еще темно. Утро. Кофе еще горячий, пока немного остывает. Это же я сюда поставлю. Здесь подогревается. За это время немножко сделаю массаж головы. Буквально 1-2 минутки. Во время массажа я тоже немного двигаюсь, пяточками постукиваю, носочками постукиваю, чтобы было тоже польза для организма. Я делаю так для себя, для своего организма, чтобы мне было комфортно и хорошо. Вот так. Все упражнения, которые я делаю, они мне полезны, поэтому я это чувствую, организм отзывается положительно, энергия прибавляется. Все, что делаю, полезно для меня. Я показывала упражнение, ну как не упражнение, а вот что волосы тяну, это и подтягивает кожу на лице, убирает отечность, в то же время волосы стимулируют рост волос, укрепляет. Все равно кровоотток идет к луковичкам волосяным. Вот. И написали, что я неправильно вроде делаю, как бы по, нужно по массажным каким-то там движениям, линиям. Но я понимаю, там лицо, да, по массажным. Ну, а тут, не знаю, правильно, неправильно. Но если, например, мне комфортно, у меня ни голова, никаких там отрицательных ощущений нету, все хорошо, значит, я делаю для себя правильно. У кого-то какой-то, если дискомфорт уже делал, ну тогда уж не делайте. Нужно знать все свои противопоказания, что вам можно, что нельзя. Тогда делать. Правильно, неправильно. Даже иногда вот бывает, что какая-то тяжесть в голове, боли какие-то, ну разные же, да,
поделаешь вот так, волосы потянешь, и все проходит. А я это делаю для того, чтобы и волосы укрепляются, и как бы лицо тоже хорошо ощущает себя. Так вот все подтягивается. Зарядку сделала, и это как бы тоже дыхание немножечко, да, прерывается, потому что я интенсивно делала. Здорово. И потом на весь день заряжаешься энергией вот от такой утренней гимнастики. У меня утренняя гимнастика, каждый раз упражнения разные. Есть эти упражнения, я показывала много раз всякие. И цифры пишу там, и танцую, и прыгаю, и всякое разное. Главное, чтобы тело было в тонусе и получало достаточно движений. Потому что все-таки зима, мало движений в квартире. Не всегда получается утром сбегать на улицу, да, побегать. Я вообще бег как-то не очень мне нравится, не приветствую. Кто-то занимается бегом там или еще каким-то спортом. Я спортом сильно не занимаюсь таким. Вот 5 минут там обруч покрутила, какие-то движения сделала, на валике полежала. И все. Ну вот, можно и кофеек попить, потому что он уже остыл, наверное. Вот так, хорошо. 5 минут расслабления с чашечкой кофе утреннего. Сразу видите, как волосы поднялись. А вот смотрите, у меня вот волос, видите, как? Немножко как бы форма волос, да, такая. Вчера помыла голову. И влажные волосы, они чуть-чуть подсохли, и я прям влажные волосы вот так вот тянула. Ну, достаточно долго тянула, практически до высыхания. Ну, может быть, минут 15 так просто сидела на кресле и потягивала. Было время, да? Это уже вечером, можно сказать, почти перед сном. И они у меня вот так вот высохли, вот в такой форме, пушистенько, как будто вот я укладку сделала феном, да? Видите как? Это вот так повытягивала, придала форму. Потом не думала так, в зеркало посмотрела. Говорю, о, классно. Вот, пожалуйста, вам фен. Здорово. И не надо укладывать. Сейчас кофе попью, пару часиков позанимаюсь своими делами. И нужно будет обед готовить. На обед очень хочу давно приготовить роллы. Все никак. Может быть, сегодня надумаю. Все-таки решила сделать роллы. Рис у меня уже готов. Начинкой занимаюсь. Знаете, сделала куриное филе. Нарезала вот на такие полосочки. Добавила сухие специи. Чеснок, имбирь, кориандр, паприку сладкую. Немножечко подсолнечного масла. Прям чайную ложку. И соевый соус. Минут 30 полежала. И теперь обжариваю кусочки. Вот хочу добавить куриные кусочки в роллы. Они прям так хорошо промариновались в соевом соусе, в специях. Очень вкусно получается. В общем, с начинкой, знаете, импровизирую. Что есть, то и хочу добавить. Переверну. Они обжариваются буквально на 5 минут и все. С двух сторон. Начинка у меня подготовлена. Из чего я буду делать роллы? Свежий огурец. Это морковь. Нарезала тонкими полосками или соломкой, ножом. И обжарила слегка, чтобы она была такая мягкая, в то же время чуть-чуть подхрустывала. Сыр твердый, кусочки киты копченой, ну они такие коротенькие, но вкусненькая. И курица обжаренная, как уже говорила, маринованная в соевом соусе. Ну вот и все, есть еще маринованный огурчик, может его положу. Вот так, начинка будет такая. Основу я беру домашний майонез вместо творожного сыра. У меня майонез с чесночком, очень вкусный. Когда нет творожного сыра, майонез отлично подходит, можно заменить его. Так, мяско, огурец свежий, морковку можно положить, можно сырок добавить. Чаще всего делаю роллы без циновки, мне как-то удобнее, завернула все вручную, можно и без циновки делать.
Ну, раз есть, будем заворачивать так. Чистой водичкой смазываем край. Такой кругленький получился. Я не разделяю пополам, мне нравится вот именно на сплошном листочке делать, удобнее скручивать. А то маленький вот так тоже делала, на пополам разрезаешь, они маленькие получаются, и начинку положить как-то много не положишь уже. А это сколько надо, столько положил, закрутил, и прекрасно вот так. Рис очень хороший получается, липкий. Соус тоже я сама делала. У меня есть видео, как я делаю. Тоже у меня, по-моему, 2 видео с роллами. Делала начинку из консервы. Вкусно получается тоже. Да вообще можно хоть что добавить. И знаете, я делала роллы, ну, рис сверху нори, а нори внутри. Но мне больше нравится, когда вот именно нори сверху. Майонез. 1 чайную ложечку, так вот это вот достаточно. Теперь сделаем с рыбой. Огурец, рыба копченая, можно и любую, соленую. Так, что еще к рыбке подойдет? Можно морковочку. Сыр не хочу, сыр к рыбе как-то не хочу. Ну и все, достаточно, нормально будет. Я думаю, что нормально. Для домашних роллов это хорошо. В общем, вот так и делаем. Начинки получаются 2 видов: с мясом, с рыбой, а остальные компоненты просто чередуем. Вот и все. Куриное мясо, оно прям тает во рту. Очень-очень вкусное. Вот у меня сколько получилось. Это с мясом, это с рыбой. Рис у меня весь ушел. Я готовила сырой рис, брала 900 граммов. Его приготовила как нужно. Получается вот 12 таких рулетов. 10 в пачке было и 2 у меня с прошлого осталось. Я тоже их закрутила, всего хватило. Так, разрезаю с мясом. Начинки много, всего много, хорошо. Это что, получается 8 частей с одного рулончика. Вот, смотрите, вот так. Вот такие. Так, теперь с рыбкой разрежем. Между прочим, с майонезом очень-очень вкусно получается. Тем более майонез с чесночком прям супер. Ну что ж, на сегодня у меня вот такой обед. Роллы очень вкусные 2 видов. И немножко мяско маринованное, куриное филе отбитое, замаринованное. Очень вкусно, просто тает во рту, сочное. Начинка оставшаяся тоже пойдет в ход на обед. Роллы получаются очень-очень вкусные. Я уже попробовала и с куриным мясом, и с рыбой. Да они, хоть какую начинку положи, они будут очень вкусные. Главное, чтобы тоже рис приготовить, вкусный соус. Ну, в принципе, можно соус покупной рисовый. Но я никогда с покупным соусом не готовила, только сама
делаю соус по вкусу, добавляю в соус соль, сахар, соответственно, вода и уксус по вкусу, обычный, иногда яблочный. Но мне даже больше нравится просто с обычным уксусом, 9% или 70%. Всем приятного аппетита, кто за столом! После обеда позанималась делами, 2 часа, перерыв делаем. Не отрываясь от дивана. Подобные упражнения минут 5 поделала, немножко занимаюсь зарядкой для глаз, вот так вот, вот всяко, и вдаль, вблизи, ну, разные упражнения делаю, чтобы зрение тоже было в фокусе, и все, и снова дела до вечера, и вот так вот в течение дня 2 часа дел за ноутбуком, потом перерывчик, и все, вот, вот и вот. Все, к вечеру пошла на улицу. Провожальщик тоже здесь. На улице не снимаю. То мороз, то буран. Поэтому вот так. Только дома. Зима сейчас. Прогулки, поужинали, немножечко передохнула и снова дела до 22 часов. В 22 часа у меня отбой ко сну. Так что вот так прошел сегодня мой день. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пока!